Вітаю, я Єгор Чичеринда, і зараз у прямому ефірі ТВІ спецвипуск нашого документально-соціального проєкту «Окрема думка». Сьогодні «Окрема думка» присвячена четвертим роковинам грузинсько-російської трагедії, грузинсько-російської війни. Сьогодні в рамках «Окремої думки» ми подивимося дуже трагічний, серйозний, філософський фільм Андрія Некрасова, російського режисера «Уроки русского», про уроки тієї грузинсько-російської війни. У нас в гості сам режисер Андрій Некрасов. Я вас привітаю на київській українській землі. Ви були свідчителем тих событий, ви непосредственно були на той війні. Откуда возникла ідея зняти фільм о том, что якобы в российской прессе и так было всем известно и всем понятно, согласно российской пропаганде? Ну вот именно по этой причине, потому что было понятно, кстати сказать, до войны уже было понятно, что, во-первых, война готовится, и готовится также СМИ, средства массовой информации. Причем они довольно хорошо подготовились, и вот версия о том, что однозначно совершенно Грузия виновата и напала на маленький народ, который борется за независимость от Грузии, как некой такой империи, мини-империи. Вот вся, с моей точки зрения, мифология, она готовилась и даже, между прочим, повлияла вообще на мировое мнение об этом, потому что многие поддались вот под эту, скажем так, пропаганду. Поэтому и надо вспомнить, что на самом деле тем летом и в Москве, и на юге, в Владикавказе, люди понимали, во-первых, физически войска передвигались, учения. И я еще хорошо помню, как интеллигенция, вот, оппозиция, скажем так, ну, правозащитники просили наше правительство, было письмо даже, не развязывать войну. Сейчас-то все забыли, но тогда это было совершенно очевидно. И поэтому но я, запах войны уже был. Да, я был к этому готов, и я стал, да. И очень важно, что, кстати сказать, есть еще другая дата сегодня, связанная с этим. 20-летие войны в Абхазии, когда грузин выгнали практически из своей страны. Из ну, абхазские события вы тоже в своем фильме да, освещаете. Да. Именно 20 лет, вот этим летом это происходило, начало происходить. Поэтому я стал изучать эту предысторию, и хотя я, так сказать, краем уха слышал об этом тогда, вот в начале ельцинского периода, вот всего ужаса, ну, того, что творилось, к сожалению, с попустительства российской армии в Абхазии, я, честно говоря, не знал. И еще до войны я стал интервьюировать беженцев из Абхазии, интервью, которые вошли в фильм «Уроки русского». Потому что мне кажется, что вот эту войну нельзя рассматривать вне контекста развала СССР и стремления Грузии как бы в Европу, и желания России как бы сохранить империю или ее восстановить, вот, что и вылилось в войну. В вашем фильме есть цитата, буквально дословно: «Хорошо, когда бомба не попала в ваш дом. Еще лучше, когда вы знаете, что эту бомбу не выпустил ваш соотечественник». Что чувствовал россиянин, присутствуя там и видя это горе, которое было инициировано, в общем-то, этими российскими бомбами? Да, это на самом деле страшно. И это, в общем, первый раз у меня был такой опыт. Я снимал в Чечне, но вот такого прямого, во-первых, прямого, вот, когда все еще дымится, когда люди еще, так сказать, абсолютно в шоке, рыдая, там, вот, как призраки бродят по те, кто выжил, по разрухе, ищут своих каких-то родственников. И мы все понимаем, что это российская бомба. И я, не говоря по-грузински, у меня нет другого способа с ними общаться. Я хочу задать им вопрос. И вынужден общаться по-русски. Они знают, откуда это упало. И когда я нашел тетрадку вот в разбомбленном доме, в горе, тетрадку ученика, мальчика, там, наверное, десятилетним, который продолжал учить русский язык в постсоветской Грузии, у меня просто, так сказать, мурашки по коже пошли.
И вот он учит русский язык, вот эта вот русская бомба разбомбила его квартиру, вот эта вот советская наша стенка вот, вот в этом в месиве стекла и фарфора. Я нашел вот эту тетрадку, и у меня сразу возник образ и название фильма «Уроки русского». Скажите, с автором фильма была ваша ныне покойная супруга Ольга Конская. Все-таки женщина на войне – это еще более трагичная ситуация, нежели мужчина на войне. Какие ее были эмоции и что она чувствовала? Это ее такое последнее режиссерская, журналистская работа в этой работе? Ну, знаете, честно говоря, конечно, трудно об этом говорить. С другой стороны, хочется и надо, потому что все-таки это ее память. И мне... То есть она знала, что это ее последние дни, да. Но тем не менее она посвятила их не семье, не близким, а войне и народу, который, в общем-то, для нее был не родным, да, грузинам, осетинам. Да. Ну, конечно, мы знаем, что в таких болезнях, в общем, диагноз и прогноз всегда очень тяжелый. В ее случае это был приговор. Она прекрасно это знала. Это та самая форма рака, которая не излечивается. Просто она более-менее знала свой срок. Это можно определить было. И да, она решила не проводить его в постели, более того, она, из фильма понятно, что я находился на юге от линии фронта. Вы пробирались на войну со стороны Грузии, а Ольга со стороны России и Абхазии. Осетии. Вот. И мало того, что она была там в Осетии, еще в более, уже чуть более поздней стадии болезни, там месяц спустя, а там счет идет на дни в этих случаях, мы поехали в Абхазию, где по точным адресам, не просто, знаете, журналисты просто иногда снимут какой-то, да, и подложат голос, какой-то дом там. Мы по точным адресам, которые рассказали нам беженцы из Абхазии, где их, извините, мучили и превращали школы в концлагеря, и мы находили именно эти школы, и она, в какой-то период она это одна делала, потому что я был еще в Грузии, и что, честно говоря, было просто опасно, потому что если бы узнали, что мы снимаем вот эти свидетельства, этнических чисток практически, если не хуже, если не геноцида. Женщина, больная раком, ездила и снимала на маленькую камеру, тайно скрытой камерой, эти места. И это, конечно, героизм. И потом мы монтировали с ней. Она физически монтировала, я режиссер, она монтажер, хотя мы соавторы фильма, конечно. И, в общем, за 3 дня до смерти мы еще монтировали. То есть она, я говорю грузинам, она как солдат, солдат выстояла до конца. Скажите, фильм Юрия Хащеватского «Лоботомия», он был полностью о российской пропаганде и о том, как формируется общественное сознание на основании лживых фактов и правильно сделанной схеме подачи этой информации. Почему российское общество до сих пор считает, что инициатором войны была Грузия? И была ли она инициатором, по вашему мнению? Вы знаете, проблема очень сложная. Дело в том, что это вопрос взгляда и даже терминологии. Это не только, кстати, россияне считают. Есть категория даже лиц на Западе, которые из соображений некой политкорректности, во-первых, а во-вторых, из недостаточной информации, вот такие клише получается. Значит, Грузия маленький народ, а вот Грузия типа империи, да, такой небольшой. Это все абсолютно не так. Значит, там постоянно шли перестрелки. Ночь 7 на 8 достаточно искусственная дата. Как я показываю в фильме, первыми погибли грузинские миротворцы. Перестрелки, почти война уже шла с 1 августа. Не говоря уже о том, что еще и раньше там самолеты летали. И техника российская стягивалась еще с начала июля. Да. И осетинам, которые находились в Южной Осетии, говорили, что выезжайте, пожалуйста, потому что тут опасно еще с самого начала июля. Все было спланировано. Считать, что это ответ российской армии, абсолютно это наивно, если не... Это просто абсурд, потому что не... Там до 80 тысяч человек вошло, там где-то
50 до 80 тысяч. Представляете, это колоссальная операция, которую за нужно один было день готовить. Просто невозможно. Абсолютно. Готовить, стратегически готовить. Да? И можно назвать это провокацией. Ну, знаете, грубо поддались на провокацию. На самом деле, это даже не это. Понимаете, как в некоторым странам позволено бороться с терроризмом, называть сепаратизм сепаратизмом, понимаете, да? А вот некоторым нет. Почему? Да потому что они в подбрюшье России. Потому что это бывший Советский Союз. Потому что Россия никак не может свыкнуться, что некоторые народы хотят жить свободно. Вот это может быть какие-то общие слова, у нас просто нет времени уходить в детали. Но это именно так. Понимаете, террорист и сепаратист, иногда просто, ну, бандит, не хочется сказать бандит, боевик, как угодно. Есть целый набор слов. Как хотите, так называйте, но факт остается фактом. На территории Грузии, которую Россия официально признавала, так называемая Южная Осетия была территорией Грузии с российской точки зрения, так называемые миротворцы, под видом миротворцев, кто там разберет? Естественно, заходили части, просто военные части, регулярные российские. И вот в этом, как мы знаем, в этом российском хаосе, как бы понятийном, то там же люди просто наклеивали эти миротворческие повестки. И смеялись, когда журналисты, специалисты пытались как-то так... Вы кто, типа, миротворец или солдат? То есть, разумеется, это... Россия, которая не хочет позволить Грузии жить, так сказать, своей независимой жизнью, а так как у Грузии есть проблемы с этими народами, отчасти объективные, но нужно сказать, что Саакашвили сделал все, чтобы экономически, цивилизованно наладить отношения с осетинами. Там было в этих грузинских селах, которые мы увидим, были разрушены по этническому признаку, была налажена жизнь, была налажена кооперация. Если говорить с нормальными осетинами, не зомбированными, они говорят, да какое-то вы отличное были отношения, мы ездили, мы торговали, мы жили, там грузинское правительство строило кинотеатр и так далее. То есть были попытки. Интересный рассказ осетинского таксиста, где он говорит, что здесь все грузинское, фрукты осетинские, грузинские продукты осетинские, и все везут из Грузии. Да? И те же самые школы, те же самые больницы, которые на территории тех грузинских сел, на территории кинотеатры, Южной Осетии отстраивалось. Городские кинотеатры, знаете, я думаю, что мы не будем вдаваться в подробности, кто первый выстрелил. Давайте посмотрим, каким последствиям это привело. Да? Интересный эпизод, когда разговаривает Ольга с девочками в Схинвале, они говорят, что нет, никто не погиб. Вот мы пересидели в подвале, а здесь все разрушено. Но тем не параллельно идет информация о том, что, в общем-то, здесь все разрушено было еще во время Первой войны. И эта вся разруха осталась со времен начала 90-х. Но очень важно, что девочки говорят, то, что разрушено сейчас было, в 2008, так им и надо. И больше сюда мы их не пустим. Мы их не пустим. Я ненавижу не только солдат, а просто грузинских жителей, вообще мирных даже. У нас есть маленькое видео, где есть фотографии из спутниковые о том, какими были и какими стали грузинские села до и после бомбардировок. Кем они были взорваны, это уже вопрос к следствию, да, наверное. Но, тем не менее, навряд ли грузинам было выгодно бомбить свои села. Пожалуйста, видео. Люди, выключите... Ну, вот такое видео, Андрей, к вопросу о ненависти, который мы затронули.
Откуда такая ненависть у людей, которые, у мирного населения, которое было на той войне, которое стало свидетелем? И такое ощущение, что ненависти с осетинской стороны больше, чем ненависти с грузинской. Вот в этом году больше, да. Но надо сказать, и надо честно сказать, что, естественно, в момент развала СССР были и преступления, и ненависть с обеих сторон. И безусловно, как на любой национализм, войне. Да. И, конечно, при развале такой империи, это вот некоторым западным кажется людям, что империя развалилась мирно. На самом деле, вот мы понимаем, что все эти события, и Чечня, и так далее. То есть она просто была на протяжении многих лет, она на самом деле распадалась, а не просто путь в Москве. Да? Вот. Но сейчас, мне кажется, что ненависти гораздо больше, неоправданной такой ненависти с осетинской стороны было. Не все, конечно, осетины, абсолютно. Очень много, огромное количество осетин живет в Тбилиси. В самом окружении президента Саакашвили там работают осетины. Ну, наверное, те люди, которые там живут, которые видят достижения этой грузинской демократии, они видят отличия в способах жизни, в способах правления двумя странами. Они просто граждане, как в западной стране, граждане разных национальностей. Да? И эта национальность не видна нигде, ни в паспорте, ни в каком пятом пункте. Но вот в этом, в Цхинвали и на территории подконтрольной пророссийскому режиму какой-то, было очень много ненависти, в том числе по очень простым техническим причинам. Большинство смотрело буквально там 2-3 канала каких-то, где им российский, какой-то местный свой, где им просто, грубо говоря, втюхивали, извините за выражение, пропаганду чистой воды. И, ну, зомби-ящик, но в таком жестком варианте, таком советском. И откуда это может взяться? У юных совсем, они очень симпатичные девочки такие, никто бы не подумал. Кстати, сидят в кафе, никаком не разбомбленном, в августе в кафе в Цхинвали сидят. Замечательно выглядит макияж на лице. Абсолютно, да, спокойные такие. И очень холодно. Это, даже вот эта ненависть, она совершенно не какая-то там, знаете, эмоция, всплеск эмоций. Или слезы. Нет, это почти как идеология. Грузины — это люди, которые недостойны как бы, вот, нормального отношения. И это очень-очень-очень грустно, потому что, конечно, в каком-то смысле это не их вина. Они продукт вот этой системы. И те осетины, с которыми я общался, у которых есть доступ к информации, которые знают грузины, которые просто жили чуть-чуть, там буквально там же одно село и другое село, они уже жили, где грузины, грубо говоря, да, построили им, или осетинские власти, которые с грузинами работают, построили там кинотеатр, нормальную жизнь, медицину. Это не их вина, это продукт. Знаете, российская армия пришла и ушла. А когда эти два народа будут жить дальше? Вместе, рядом? Ой, это очень тяжело. Армия, кстати, не ушла, честно говоря. Да? Я имею в виду, она вышла за пределы Грузии, но осталась на территории Южной Осетии. Ну да, 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 но Южная Осетия — это одна огромная военная база сейчас практически. Там экономика совершенно разрушена, она дотационная совершенно, плюс коррупционная. То есть еще такой момент, кстати сказать, вот когда кто-то... Мне такая не очень удобная позиция, потому что одни меня считают героем, ну, скажем, в Грузии, да, а другие предателем, да. Я не хочу, я ни то, ни другое, понимаете? И я патриот России, потому что, ну, есть один аргумент просто прямой, материальный. Извините меня, это война и дотации этому режиму, миллиардные, там многомиллиардные... Это деньги из кармана простых россиян. Это деньги из кармана нас, налогоплательщиков, понимаете? Кто по какому праву? Понимаете, одно дело, в демократической стране решается там необходимо борьба с терроризмом и так далее. И то, вы знаете, как на Западе относятся неоднозначные. У нас же никто никого не спрашивал и, более того, не информировал, не давал честной картины того, что происходит. И те люди, которые выигрывают, в кавычках, такие войны, они ведут войну против демократии в России. Поэтому я искренне считаю себя, так сказать, патриотом, потому что я делаю свое маленькое дело вот для России. Будем уже заканчивать. Да, для того, чтобы изменить общественное мнение, нужно,
чтобы граждане имели больше доступа к информации. Конечно. При каких условиях ваш фильм может появиться на телевизионных каналах России? Это очень хороший вопрос. На самом деле, я неформально, я просто скажу, что я очень-очень рад, что я здесь нахожусь, потому что вот до вашего канала, даже в Украине, даже, в общем, более свободной Украине, даже до, скажем, вот этого нынешнего правительства, мои фильмы здесь не показывали. Как-то хотели, говорили, но потому что у меня был до этого фильма «Литвиненко», до этого фильма «О взрывах домов». Поэтому я очень рад, что сегодня первый раз будет показан вот мой фильм. В пространстве, так, не русскоязычном, но близком, ну, где люди понимают, и где много россиян. То есть, и это, где много грузинов. Где много грузинов, да. Ну, грузин-то смотрели уже у себя. А вот то, что вы показываете этот фильм, мне очень-очень важно. И в России боюсь, что он будет показан не скоро, потому что даже при вот тех процессах, которые сейчас происходят, Путин теряет в рейтинге по очень многим конкретным внутриполитическим позициям. К сожалению, внешняя политика, это связано не просто вот, не только с информацией, а еще с некоторым, я должен честно сказать, национализмом, который присутствует в том числе и в оппозиции. И даже оппозиционные, так сказать, СМИ, отчасти потому, что это слишком, потому что все-таки боятся, а отчасти потому, что им кажется, что я не прав, потому что Россия, как бы Россия всегда права. Да? Вот, поэтому проблема с этим у нас, с национализмом. Будем надеяться, что эту проблему вы с успехом решите в ближайшее время. Я вам благодарю за визит к нам на канал, за предоставленный фильм, чудесный фильм. Рекомендую всем нашим телеглядачам его зараз переглянути. Нагадаю, що в рамках «Окремої думки» ми розмовляли сьогодні з автором документальної стрічки «Уроки русского», а зараз пропоную переглянути цей фільм.